Дорогие друзья, я рад видеть вас на своем канале. По многочисленным просьбам мы с командой записали для вас видеоинструкцию о приватной связке, спред которой около 10% за круг. Прежде чем показать вам ее, мы с командой сделали 5 кругов, а на 6-й решили записать это видео для вас. Все работает идеально. На Bybit переходим в раздел торговли и ищем торговую пару LTC-USDT. И смотрим стоимость LTC, после чего переходим на биржу GexaCrypt и заходим в раздел Exchange, чтобы убедиться в том, что стоимость LTC здесь дороже на 10%, нежели на Bybit. Возвращаемся на Bybit, затем на доступную для нас сумму, в моем случае это 16 тысяч долларов, покупаем LTC. Заходим в единый торговый аккаунт и переводим LTC на аккаунт финансирования. В аккаунте финансирования находим наш Litecoin и нажимаем «Вывод». Следом переходим на биржу GexaCrypt. GexaCrypt – это лицензированная биржа с быстрым выводом и удобным дизайном. Биржа была создана в 2011 году, в чем вы можете убедиться сами. Это и есть подтверждение того, что на бирже можно безопасно работать. Она полностью проверена нашей командой перед выпуском данного видео. Также биржа имеет хороший рейтинг на Trustpilot, а также положительные отзывы ее пользователей, в чем вы можете убедиться сами. Итак, создаем тут аккаунт. После успешной регистрации ищем LTC и нажимаем «Депозит». Вводим ранее купленное количество LTC и нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и возвращаемся на Bybit. Вставляем адрес в поле вывода, вводим количество монет и, не обращая внимания на маленькую комиссию сети, нажимаем «Подтвердить». Как видим, Litecoin у нас уже на балансе. Идем в раздел Exchange и меняем LTC на USDT. Комиссия здесь всего 1%. Ищем USDT и нажимаем «Вывод». На Bybit находим USDT и нажимаем «Внести». Сеть выбираем TRC20. Копируем адрес USDT, на GexaCrypt вставляем адрес, вводим количество USDT и выводим. В истории транзакций мы можем наблюдать успешные выводы. Идем на Bybit и наблюдаем, что средства уже пришли к нам на баланс. Спасибо за просмотр. До новых встреч!